Всем привет, ребятка. Ребятка. Всем привет, друзья. Пока что я еще дома. Вчера опять ничего не снимала. Этот ролик вы увидите аж на следующий день утром с чашечкой чая или кофе. Выпьем вместе с вами. Вот. Сегодня пока дома. Вчера занималась домашними делами. Саша занимался забором. Саша помогала. Там нужно было подержать, приподдержать. Вот. Потом попозже покажу. Влезла я к гаражу с ножовкой и ножницами, которые кустики чикаются. Секатор, как он называется, да? Наробила там уже радиолу, наробила, наробила. Надо сегодня это все доделать. Но это будет немножко попозже. Сейчас я присаживаюсь поработать. Саша принес мне металл из чекет. Металлопрофиль. На нем сверху находится тонкая пленка защитная. Эту пленку нужно снимать. Сейчас он поехал на стройку. Там так и за 2 дня и не добрался до стройки. Нет, он был на стройке, там был дождь, ничего не делал. В доме резетки стоял. Ой, нужно лист приклеить его, прибить лист этого пленки на сарай. Вот это сделать, потом приедет домой. Ну, а я пока чищу ему металлический чекет. Готовюсь, пока ничего не готовлю. Карина проснется с Антошем в Петербурге с утра, Доминик в садике. Вот, на обед у нас есть гороховый суп, я вчера сварила. Большую кастрюлю. Тогда. Вот, сейчас у нас 9 часов. Детки, может, 10 я их разбужу, чтобы часика не потусовались, проснулись, покушали. И к часам 11 пойдем в амбулаторию. Вчера я сходила, вроде бы уже как начали писать справки, но еще не дописали, не успели. Работы много, говорится, ну вот потихоньку, по чуть-чуть пишет. Сегодня мы пойдем вместе с детьми, потому что нужна справка от педиатра, форма номер 1. Я не знаю, что это за справка, что за форма, что там они пишут. Ну, естественно, врач должен видеть детей. Хотя он видела их недавно, вот буквально вот пару дней назад. Я думаю, за это ничего не изменилось. Но такие правила. Детей нужно привести. Наверное, может, голову будет смотреть. Вот, посмотрите мою голову, как разница. Мы все в одном доме живем. Но не важно, ладно. Вчера я ходила часов 11, узнать всю эту систему, сделали, не сделали, просто узнать. Вот. Там было пару человек совсем на приеме, мало, к обеду. Поэтому, чтобы... Простите. Поэтому, чтобы не собирать бактерии, микробы и тому подобное, пойдем к часам 11 на прием. Но пока детки спят, я тут тихонечко сама себе почищу металлоштикет. А потом сходим с детками, а потом поработаем на улице, потому что погода сегодня вроде бы тоже будет хорошая. На стройку не поеду. Так на стройке, вот как вы посмотрели тот ролик, что я приклеила 4 листа по 1,70 м, так они и остались. И уголки 2. Больше ничего. За эти дни до стройки я не добралась. Ничего не сделала. Поэтому, если доберусь, может, завтра. Саша сегодня может пленку приклеить, не знаю, будем говорить, может, завтра мы с ним маханем. В доме отапливается, там тепло, хорошо в доме. Дети будут в доме играться, а мы, наверное, это вдвоем встанем на фасад. Все-таки же быстрее, правда? Кто-то пойдет вверх делать, а я, допустим, вниз. Кто-то пойдет вверх делать. Вот. Зонтики продебелить снизу только пару штук. Зонтики продебелить. Уголки-то есть. Просто брать, отрезать нужный размер сетки и приклеить к стене. То есть уже эта стенка тоже будет завершена. Ну, неизвестно. Допадем мы туда, не допадем. Сделаем, не сделаем. Неизвестно. Никому. Даже нам. Снова всем привет! Идем с Карышей с амбулатории. Антоша остался еще на прерывании сегодня, последний день. Вот, послушала наш их врач. Горлышко посмотрела, все нормально. Что она сказала?
А, у Карины чуть горло страшноватое. Но там мы еще лечимся. В принципе, во вторник я ее возила к врачу. Пьем мы еще азитромицин, мы пьем, потому что у нас еще такой вот кашель был жутковатый. Но сегодня, вчера уже было намного легче с кашлем. Вот, поэтому мы еще до выходных хорошо подлечимся, здоровенькие в санаторий поедем. А там еще, как говорится, подлечат. Потому что у нас здесь санаторий. Я здесь читала, здесь у нас заболевания органов дыхания, заболевания нервной системы, заболевания системы кровообращения, заболевания органов пищеварения, заболевания костно-мышечной системы. То есть у Антоши заболевание костно-мышечной системы, это у него сколиоз первой степени, как бы еще стоит на месте. Не сняли ему сколиоз, но хотя мы когда проходили комиссию в январе, врач сказал, что у него уже больше не сколиоз, а просто нарушение осанки. То есть, ну, как бы спинка выравнивается у сынульки. Вот. А у Карины у нас постоянные проблемы, это кашель. Вот. Орги, как сказать, да? Органы дыхания. Ну, такое вот, короче. Так что будет у нас Каришка там тоже подлечиться. Вот, и Антоша. Антоша слался на прерывание, я уже сказала. Вот. Справки мы еще не взяли ничего. Я уже говорила в начале ролика, по-моему, да? Что я вчера ходила за этими справками. Начали писать, не дописали. Вот, а сейчас искали выписки, не нашли. Врач позвонила, там она там кому-то там отдавала задание. Не знаю, по какой причине, ну, короче, не выписали. То ли забыли, то ли было очень много дел, не знаю. Вот. И уже хотела садиться сама писать. Здравствуйте. Хотела садиться сама писать, а я, ну, в принципе, я тоже понимаю, что человек, это не вина врача, не она делала выписку, правильно, выписку делают обычно медсестры, да, ну, в болях-то свободно, а врач лечит. Вот, так я понимаю, что у них там за мной тоже очень большая очередь была, вот, а после обеда они больше занимаются документацией. Так я говорю, что, может, ну, не надо сейчас, вы себе пометьте, там, дайте кому задание, я, говорю, сам четырем приду, заберу, вот, и говорит, хорошо, хорошо, сделаем. Вот, ну, тоже ж, как бы, я не зверь, правильно. Чего мне ругаться? Ну, не сделали, ну, не успели, ну, много людей, много работы. В принципе, еще завтра суббота, у них рабочий день с документацией. Что, тяжело под горку идти, да? Вот, поэтому сделают сегодня. Выпишут и это сам. В принципе, если что, завтра еще суббота. А вот мы, если поедем, возможно, с ночевкой. Поездом-то ближе к вечеру. Но, скорее всего, нет это. Скорее всего, будет это. В воскресенье на свои дедушки поедем. Фух, дедушка. Блин, ветерыша. Сейчас учителя буду ругаться. Звонить, что я без шарфика. Трендюлями давать. Лилёк, привет. С сестрицей Анастасией. Вот. Так что такие дела, друзья. Какую кучку веточек наделала. Все это предстоит дело этим почикать, чтобы было удобнее спалить. Вот. Вот здесь вот возле гаража все это было. Вон только крышки остались. Муж попросил убрать громоздкий этот куст. Он был разросся так, что даже вот эта вот дверь полностью все закрывала, ветки сюда. И листики трудно выгребать. Короче, вот останется только одна туйка. И опять на ней есть в этом году одна ягодка. Вон. Я уже не помню, как называется. Анечка говорила, как она называется. И это вот не помню, как называется. Цветочки такие беленькие. Сейчас они черненькие, конечно же. А так-то они беленькие. Хочу себе еще голубую, розовую. Не помню, как называется. Но красота, красота. Все. Принесла грабли. Буду выгребать все это здесь. У меня есть сейчас времени убрать. А потом с Антошкой на стрижку поедем. Прикиньте, мне сейчас поступил звонок. Есть такой сайт Wildberries. Да, может, уже многие об этом знают. Я об этом узнала совершенно недавно. Что на этом сайте можно заказать. Приходят товары быстро. Кстати, там недорого. Вот я заказала. Вот придет заказ, я вам покажу, что я заказала. Хочу сказать, что фломастеры, да, те, которые стоят у нас в магазине, в нашем, вот тут вот радужком, да, там 24 цвета, стоят 23 рубля. Или 27. Я скину в это самое... Ну, потом еще что-то покажу, может, фото вставлю, да? Нет, я удалила фото. Ну, поверьте на слово, 27-24 рубля, ну, пускай 23 рубля стоит, да? 24 цвета фломастеров. А я заказала 30 фломастеров по стоимости почти 10 рублей. 9 рублей там с копейками, ну, округлим 10 рублей. Кстати, уже здесь уже все убрала. Вот,
сделала заказ, ну, подарочки, поеду в гости, и Каринка как раз его хорошо придет. В общем, неважно, позвонила девушка, товар пришел в город Молодечно, я думала, сама поеду забирать. Но там у нас бесплатная доставка указана, так как я заказывала фломастеры два вида, игры, это самое, для детей. Все покажу, все потом придет, покажу. Позвонила девушка, что в течение получаса будет у нас. Круто, мне самой ехать не придется. Но я заказывала 6 товаров. Сейчас я зайду на сайт, посмотрю, пришел ли этот котик. Самое главное, я жду котика. Там подушка котика на 1,10 м высотой. По толщине не знаю, какая она там будет. На подарок дочке крестной. Вот такая подушечка классная. Ждем заказик, самой ехать не придется. Очень даже хорошо. Я думала, сама придется ехать в город, там, когда там забирать. Сегодня бы не получилось, завтра. Круто. Придет, приедет девушка, заказик, все, засниму, покажу. Ну вот, приехала доставочка, так, не будем тут что показывать, 5 штук только пришло. Короче, игрушечка еще пока не пришла. То я потом сама почитаю. Ну, это, наверное, это маркеры. Морской бой. Маркеры, мозаика, маркеры, морской бой. 5 товаров. Так, вот такой вот морской бой. Распаковывать не будем, как-то что внутри выглядит. Уже мы распаковочку сделаем, когда подарим подарочек. Детки будут распаковывать, когда поеду. Вот, купила два штуки, два набора здесь получается, по две коробочки. В одну семью и во вторую. Это будет Настюшиным детям подарим, а это будет Машкиным деткам подарим. Вот, Маша, Ромка сейчас как раз, это самый с больницы приехавший. Вот, будет чем заняться ребятенку с братишками, которые постарше, это самое, с Мишей, будут играться. Настиным мальчишкам. Это я взяла Доминике. Вот такую вот мозаичку. Это уже когда придет Доминика, мы с Доминикой будем делать распаковку и покажем, что там внутри. Вот такие отверстия здесь есть. Для них там есть такие пазлы, довольно толстые такие для рук, для моторики. Очень так замечательно. Картинки, несколько, сколько там штук? 16 картинок, кажется. Картинки вот так вот вставляются, например, вот покажу. Картинки вставляются и по цветам шарики. Вот, допустим, зеленое облако. Значит, да, зеленые пазлы нужно будет вставлять. Вот они там лежат. Эти вот такие. Короче, вот идет Доминика садика. Мы вам все покажем. И вот такие вот упаковочки с фломастерами. Карина! Одну я купила Карине, одну купила Ульяне. Вот, сейчас они одинаковые. Дочь, иди сюда. Да. Делаем распаковочку. Я купила тебе фломастеры новые для санатория. Если не растираешь, и для школы будут. О, такой Назар есть в коробочке. Да? Да. Ну, помоги, достань. Такой Назар есть в коробочке. Угу. Там, которые ты рисуешь, они... Ну, короче, давай листочек сюда. Есть, давай, ой, а вот листочек. 30 штук. Я потом засниму. Пробовала заснимать, не получилось у меня. Вот, такие вот фломастеры, маркеры, они двухсторонние, очень классно, у нас такие есть где-то у деток, ну вот я вот купила, давай, держи синий, открывай, давай открывай, у меня время идет, время, длинный ролик получится, тонкая сторона, и покажи широкую сторону, о, какая широкая сторона, очень классные фломастеры, мне не нравятся, есть даже белый, а что белый делает? Что белый делает? Белый, наверное, закрашивает вот эти цвета, ну-ка попробуй. Нет, по синему поведи. Нет, это как серый. Это серый. Нет, он должен убирать этот. Нет. Нет, вот, смотри, видишь? Так он же исчезает, он прозрачный. О, так это... Это мокрый. А что он делает мокрый? Нужно смотреть в интернете, что делает этот фломастер. Он не рисует, видишь, он исчезает. Прикольно. Интересно. Что у нас здесь это еще розовый, есть? А, здесь есть еще... Слой, слой, слой. Это, наверное, здесь вот эти рисовать палетки, типа, да? Я буду там рисовать. Типа палетки такие, фломастеры я здесь буду нарисовывать. Буду маленькие картинки рисовать. Ты будешь здесь маленькие картинки рисовать, да? Да. Классно? Да. Ты довольна? Да. Классно. А это что за...
распаковка. Распаковка. Распаковка и крюсок. Угу. Ну-ка, ну-ка. Куртку брать надо. На картинке? Танечка, пойди мою куртку. Да. Это надо вот там на сайте опытать. Надо сначала открыть. Я знаю. Больше так. Трех, а до меня четыре. Ха-ха. О, тут их попросточек. Картинки. Красивые. Вторая. Держи. Ва! Так что я должна. Картины. Угу. По розам картинки. Ну дай мне сюда, я же снимаю. Доминика, ку-ку. Ку-ку. Дай мне можешь посмотреть. Угу. Что, посмотри, да? О, цветочки. Цветочки. Так. А как это играется? А это играется вот так. Стоять! Стоять! Ложится картинка. Вот она здесь зажимается. Аккуратненько вот в этих штучках, чтобы не падала. Одной рукой неудобно, помощников тут много стоит. Потом. Так. Это берется. А, так она вообще с двух сторон картинка. Во. Так, вставляем. Иди сюда свои шарики. Мика, бери шарики. Не шарики. Просто не ставится. Вот. Вот. Вот как она ставится. Нет, 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 ложи сюда назад все эти шарики. Их нужно было подвинуть, чтобы не мешать картинки. Вот, доченька, и смотри, все нужно по цветам. Какого цвета здесь лепесток? Синего. Значит, сюда нам нужно ставить синий шарик. Вот. Ну-ка. Я вообще эту игрушку. Круто. Сюда красную. Легко вставляются, кстати. Сейчас сама все соберется. Ну, дай мне попробовать. Сама. Всем хочется попробовать. Даже Карина хочет поиграть. Карина. Попробовать, как они нажимаются. Карина. Сейчас один цветочек. Оп. Оп. А я хочу синенький. И пустой. О. Или пустотик. Все, 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 не надо, не надо так сильно совать. Вот так вот раз, и все, оно все легенько заходит туда. Там разве надо зеленый? Только где вот кружочки, только где просят ставить, видите, заполнить надо их. Но здесь не надо заполнять, потому что здесь нету пробела такого вот. Короче, Доминика на раз, два, три справится с этой мозаикой. И растерять все штучки. Классно, Доминика, нравится? Да. Вот сколько тебе занятий, да? Угу. Там сзади еще есть. Что? О, зеленый не надо никуда. Здесь только нужно красный, желтый, синий. Красный. Зеленый в этой картинке нету ничего. Красный. Интересно, как они достаются легко? Во! О, и достаются а! Тоже очень а! Легко. Ну как они достаются? Не трогай. Сюда. Классная штука. Да. Даже мне нравится. Все, и одна красная осталась. Я. Ой, сюда еще две желтые надо. Желтые. Желтое нужно. Ну вот, желтое. Вот, не заполнено желтое. Все, картинку одну еще собрали. Там. А вот. Все, картинку собрали? Нет, там не надо. Что ты будешь медведя заполнять? Ну возьми желтый заполненный медведь. Классно, да? Все. Оп, оп. Достаются вообще легко. Так, Ника, так не надо. Все. Другую давай. И меняем картинку. Дочь, смотри. Все. Да, вроде я тоже хочу. Все, поменяли картинку. Маленько, вот, смотри. Вот где кружочки надо вставлять. Видно? Да. Да? Ну все. Вот тебе заняток. Да? Мать, вас не взять. Все, друзья, у нас уже вечер, мы дома, сейчас будем ужинать. Саша мне опять принес шабашку, опять буду сейчас чистить эти металлоштакет. Справку я забрала, все хорошо, напечатали. Все, как положено, все написали, все отдали, все хорошо. Успели, как говорится, все успели. Так я думала, что может еще придется завтра идти, может не успеют сегодня сделать. Все успели, все сделали. Вот, оперативника сработали. Так что завтра суббота, еще будем пересматривать, смотреть, чего еще с собой взять. Карина уже начинает на палетках на этих рисовать. Телевизорчика нарисовала. Угу, вот. Смотрите. Ну не сунь так близко в камеру. Ну потому что не видно.
Все там видно. Все. Доминика кушает с мультиками. Ну, а мы сейчас тоже будем ужинать. Все. Всем счастья, телевизора, всем. Пока-пока.